Всем привет! Я приехала в экопарк. Смотрите, какой у нас большой киндер встречает. Хотела бы я посмотреть, какая игрушка внутри этого киндера, и скушать его. Смотрите, ребята, какой огромный киндер-сюрприз. Это киндер-джой. Я его все равно больше. А это коллекция машин. Заходим в сам парк. Мы подошли к озеру с рыбками. Ярослава гладит вот эту вот оранжевую рыбу. А-а-а, ты уже пометил укусить! Здесь так много, такие красивые. Да, какая крупная, оранжевая прям. Класс. Со мной в зоопарк приехали Маша и Владик, и мы идем вместе смотреть с ними животных. Привет, Владик. Привет, Маша. Привет. Скажи привет. Пойдемте. В этой клетке живет тигр бенгальский. Он сейчас будет спускаться по вот этому бревну. А в этой клетке живет белый лев, но его почему-то не видно. Потому что жарко, и он спрятался у себя в домике, наверное. Да. Мы увидели скульптуру кошечек и решили погладь, подойти маленькая. К ним. Погладь маленькую. Да, а это большая, а это маленькая, смотри, это маленький кошечек, да? Да, это можно большую. Погладить. И маленькую хорошую. Кису вот эту, да, хорошую. Хорошая киса. Смотри, какие усики, да? Минсики. А здесь гуляет тигр амурский. Он тебя боится. Ходит, да? Караулит. Давай. Караулит. Смотрите, какая парочка. Какие черепашки. Красивые. Туда пойдем? Пошли. В озере плавают два черных лебедя. Какая красота! А это ракун американский. Иди сюда. Отдыхает, видишь? Подходи до меня, подходи. Он решил спрятаться, все. Один хвост остался. Один хвост остался. Не хочешь, чтобы на него смотрели? На территории парка мы еще нашли киндер-пингви. Здесь можно сфотографироваться. Ярослава с Машей кормят козочек. Давай маленькой козочке еще огурчик. Подходи, давай. Давайте побольше дам, чтобы тебе было удобнее. Давай. Бери. Да, давай козлику. Подходи, не бойся, давай кушать. Смотри, козочки. Вот так, давай. Ням-ням. Маша боится. Давай ты покормишь, Ярослава. Владик, сильно не это. Пошли дальше. Скамейка с обезьянками. Да, обезьянки, да? Горячие, да? Горячие. Одна вообще глаза закрыла, другая рот, третья уши. А здесь живут лань и олени. Какой красивый олень. Рога такие у него большие, да? Да. А здесь у нас живут павлины, уточки. Привет! Красавчик какой! Только не плюйся, пожалуйста. Смотри, к нам подходит. Класс! Владик, ты не боишься верблюдов? Нет. Нет? Ярослава, что ты убежала? Не, не надо его кормить. Мы просто на него посмотрим. А если он сейчас на тебя плюнет? Да не плюнет. Он воспитанный. Я надеюсь на это. Вот так медленно. Ух, какой. Львы отдыхают. Блин, это сюрприз.
сама. Три, да. Ну ты как один раз лег, ты такой. Ай, расслабляют в горячей ванне такой. На спину. Жарко им, поэтому они спят. В теньке. Да. Пойдем, Маш, пойдем. Догоняй Ярославу. Держи. Попкорн свой догоняй. Сейчас будем смотреть на ламу. Здесь у нас и козочки, и там маленькие поросятки. Ой-ой-ой, какие маленькие. И курочки. А, это альпака, Яс. Это не лама, это альпака. Да, подстригли смешно очень. Ну, чтоб не жарко было. Туловище подстригли, а голову и ноги оставили. Да? Да. Не страшно тебе, Маш? Не боишься? Нет? Нет? Молодец. Какие маленькие свинки. Они не укусят меня, если я их его погладлю? Не укусят. А мама как? Разноцветные такие. Видишь, сколько их много разных цветов. Один больше, другой меньше. Ярослава гладит за носик. Пяточек, 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 пяточек. Погладишь свинку, Маша? Нет, не хочешь? Привет! Здравствуй! Смотрите, как их подстригли. Они все в штанах. Здравствуйте! Здесь вот одна, вторая и там третья. Мама, посмотри, 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 посмотри. Ты попкорном их приманишь, да? А это театр детей и животных. Здесь сейчас проходит репетиция. И сюда можно зайти. Репетиция проходит с животным лама. Садись здесь на скамеечку и тихонечко сиди, не отвлекай. Кто это такая? Знаешь, кто это? Птичка Додо. Это центр раннего развития. Здесь можно делать вот такие куколки разные, мотанки, аппликации. Но здесь пока не работает, Ярослава, закрыто. Можно просто посмотреть, вот что здесь делают. Плетут косички, делают обереги разные. Вот, видишь, какие? Оберег. Можешь посмотреть, кстати, и дома сделать сама. Ну как я посмотрю, его дома сделаю. Ну вот, запомни просто. Делаешь вот такое туловище, к примеру, и потом крылышки. А как его связывать? Ниткой. А здесь проходят тренировки с лошадьми. Прогулялись по зоопарку, а теперь решили поиграть на детских площадках. Ну и не страшно. Чего ты? Быстро как катаешься. Ему бы захаравить. Он сел веселитый. А сам веселитый. Мама! Ты решила не заходить по ступенькам, а сразу съезжать, да? Улыбочка. Я тебе потом покажу, какая ты смешная. Сейчас полный рост. Класс. Еще есть на территории зоопарка вот такой вот дом. Дом киндера. Ой! Ярослава уже вошла. Здесь холодильник стоит, и он еще, кажется, и работает, да? Есть там что вкусненького, не видно? Нашли веселую качельку. Ярослава, держись крепко. Класс! Здесь есть еще батуты!
Смотрите, ребята, лес – это не мусорник. Вот здесь показано, сколько лет разлагается, к примеру, в земле консервная банка. 15 лет. Вот такая вот бутылка – 1000 лет. Памперс – 250 лет. Пакет – 25. Полотенце – там 1 год. А вообще вот такая пластиковая бутылка – 100 лет. 100? Да. Бумага – 4 месяца. И вот такая вот баночка с под молока тоже 100 лет. Под сливок, да. Так что нужно все выбрасывать в мусор. Вот, и мусор. Смотрите, к нам ослик подошел. Ярослава его гладит сейчас. Какая красота, какие красивые птицы. Вот это клюв. Есть там местечко? А Ярослава будет крабиком. Садись, как крабик сидит в ракушке на море. Помнишь, мы собирали? Вот так сидит он. Вот так? А я думала, он внутри там спрятался и нет, сидит. Нет, вот так сидит. Нет? Ну хорошо. Ярослава крабик. Ого, киндер-сюрприз! Сегодня везде нас преследуют киндер-сюрпризы. Нет там сюрприза внутри никакого? Негде посмотреть, Ярослава. Никто еще его тут не пытался открыть. Стой, догоню, догоню. А сейчас мы пришли кормить животных. Смотри, кушают, это мама. Живая? Живая, просто спит, Ярослава. Она просто спит. Пойдем смотри, найдем. Я думала, беременная, смотри. Да, пойдем найдем этих козочек, покормим. У нас же есть там огурчик. Что там есть в пакетике? Съела? На, давай. Еще. Корми. Вот еще, смотри, идет одна. Можно всем. Это ж ты покупаешь в зоопарке эту еду. Поэтому этой едой можно кормить всех животных. А попробуй свинке дать. Вот сзади идет. Вот она кушать или нет. Ох, бодает, видела? Прогоняет. Вот это да. Вот еще одна козочка. Ты можешь прям в ротик им давать. А к Ярославе это прицепилось. Смотри, вот ясла есть, можно туда пойти, там еще козочки. Здесь вот можно покормить, да? Она уже сразу поняла, что ты пришла. Дай мне, Ярослава, ну дай, ну пожалуйста, Ярослава, ну покорми. Закончила, все, закончила. А, брат, сюда, а входить опасно. Ярослава окружили. Да не подлазь, ну потому что они знают, что у тебя есть покушать, поэтому и пристают. Все, ты все выкормила или нет? Есть еще? Давай овечку покормим, пойдем. Вон овечка, смотри, мы ей не давали. Все, пусто.
Давай сюда пакет. Спасибо. О. Всех Ярослава накормим. Ну не дразни, давай им. Сейчас западают. Ярославу окружили, все. Попалась ты. Ярослава нашла Тошу. Смотрите, сколько много черепах. Пойдем. Куда мы теперь идем? К обезьянам. К обезьянам? Да. Вот они, обезьянки. А что у них в ведре? Ничего, большая дыра. Чуть-чуть не дошли к обезьянам, мы увидели ослика. Ух, какой! Ушастый, зубастый. А вот это. Знаешь, из чего у нее хвост? Нет. Из цепка. Такой цепок на велосипедах стоит. Представляешь, сделали какую красоту. Из всяких подшипников сделали вот такую вот лошадку. А теперь наконец-то мы пришли к обезьянке. Ой, они здесь балуются. Смотри, что делает. Ух! А он это пробил вес. Смотри, что творят. Опа! Прям шоу устроили. А серый супергерой. Серый он спасает, а черный перестает. Серый супергерой. Смотри, что делают. Они быстро прыгают, разбаловались вообще. А черный суперзлодей. Мама, смотри. Смотри, это черного болеют. Здесь уже ставки ставят на обезьян. Кто победит, кто лучше. Ярослава решила покрутить шар. Где-то живем, надо искать. Видишь, сколько много там стран, городов. Вот еще одна обезьянка что-то копает. Привет! Смотри, Ярослава подошла, видишь? Что-то она замечталась. Не надо так сильно стучать. Почесала попу. Попу почесала. И пошла, да? Какая малышка маленькая. Мама, дай мне покушать. Они как не настоящие, как игрушечные прям. Корожица. Спряталась за мамой, не видно. Папа, ну зачем ты меня берешь? Не надо, не надо. Отпустите, отпустите. А это мы кормим валийскую козу. Валийскую? Да, так называется. Вот такая вот козочка необычная. Вот еще одна идет. Смотри, как она идет, Ярослава. Странная какая-то. Вот, и эта теперь проснулась. Владик, корми эту. Все, все поприходили, наконец-то. Им, наверное, солнце в голову пригрело. Они не могли понять, что вы их покормить хотите. Оп. О, ну, возьми большую, дай ему морковку. Все, всю еду раздали. Куда теперь идем? На площадке? Пойдем. Вот, смотрите, какой цыпленок вылупился. Выходи, как тебя зовут? Цыпленок, как тебя зовут? Чей ты детеныш, расскажи. Цыпленок пока не разговаривает. Быстро.
Смотрите, кого мы нашли. Мы нашли обезьяну соломенную с ожерельем. А вы не снимете его, это так специально сделали. Одень на место, Ясь. Ой, какая смешная. Пойдешь трогать обезьянку? Иди, не бойся, иди, потрогай. Не бойся, подходи. Потрогай обезьянку. Хорошая. Вот так вот весело мы провели время в зоопарке. Поставь лайк и подпишись на мой канал. Пока-пока!